Спасибо большое за то, что здесь сегодня. Такие громкие, такие счастливые люди. Я хочу вам спеть несколько своих песен. И одну из них я выпустила недавно. И я очень волнуюсь, потому что я ни разу не играла на сцене. Но я точно знаю, что это вовсе случилось прекрасно не только у меня. Вы знаете, мы взрослеем, и так вышло, что чем взрослее мы становимся, чем чаще мы праздники создаем сами для себя. Я хочу, чтобы под следующую песню все, кто мечтает о большой светлой любви, загадали ее. И она, обещаю вам, обязательно сбудется. Сбудется так, как сбылась именно в этой песне. Поэтому давайте все вместе, чтобы я не лажала, громко-громко случилось! Радио включает мне.
Мне так повезло, что
Хочется сказать, скоро Камала, спеть осталось совсем чуть-чуть. Так вышло, что я очень долго не могла случиться внутри себя счастливым человеком, а сейчас по-настоящему себя такое ощущаю. Несмотря на то, что в моей жизни нет рядом того самого, о чем я мечтала или о ком я мечтала. Я желаю абсолютно каждому человеку по-настоящему найти то, что делает вас радостным, то, что заставляет вас улыбаться. Обнять, например, сейчас того человека, с которым вы стоите рядом. Обнимайтесь, обнимайтесь. Это всегда на пользу, это всегда для улыбки. Это массовые обнимашки. Все, кто на втором этаже, вас тоже видно. Вот там обнимаются, вот там нет. Потому что перед следующей песней обязательно важно, чтобы на лице была улыбка, потому что только когда мы в счастливом состоянии, в таком будущем, загадываем желание, они обязательно сбываются. А наше пожелание с музыкантами для вас – будет то, которое вы знаете, то, под которое вы будете с нами танцевать. Обещаете? Посмотрите в мои честные глаза. Я желаю, чтобы в любой ситуации, где бы вы ни были, танцуй как будто. И утром мы проснемся, хочу с тобой увидеть. Давайте сейчас танцевать так, чтобы вы это не было.
Я надеюсь, что это скоро обязательно повторится. Всем пока!